привет! Сегодня я буду красить волосы вот такими классными цветными мелками. Я выбрала вот такой красный цвет. И для этого мне понадобятся перчатки, непосредственно мелочки. Я буду брать водичку, потому что у меня нет пульверизатора. И это не обязательно. Я буду просто мочить волосы. И расческа. Потом я накручу волосы и закреплю все лаком для волос. Я буду красить не все волосы, поэтому выбираю верхнюю прядку. Мочу ее. Беру свой лоб. И вот такими движениями. На темных волосах это будет проявляться не сразу цвет. Он будет виднеться с высыханием. Итак, я покрасила первую прядку. Она уже начала подсыхать. Теперь ее нужно расчесать. Чтобы удалить остатки краски, я выбрала следующую прядку, расчесываю ее, мочим хорошенько. Итак, я прокрасила еще несколько прядок, они подсохли, и вот что у меня получилось. Вот такой красный цвет. Теперь я накручу волосы. Я накрутила волосы, у меня получились вот такие прикольные кудряшки. Цвет, конечно, не яркий, но все же видно, что волосы красные. Мне очень нравится, я обязательно покрашу волосы еще в другой цвет. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии, какие бы цвета вы бы выбрали из мелков. До скорого!